А что такое величие страны? Вот один из военно-политических деятелей прошлого, российских, маршал, по-моему, в таком звании он находился, 18 век, он как-то сказал, Россия имеет те неоспоримые преимущества, ну, примерные цитаты, перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует.